лучший альбом. И для победителя в этой номинации, для оглашения победителя, я приглашаю заместителя генерального директора Первого канала Александра Файфмана, актрису Олесю Судзиловскую и телеведущего Андрея Малахова. Встречайте! В номинации «Лучший альбом» представлены Вера Брежнева. «Любовь спасет мир». Я знаю порог, я вижу ориентир. «Бумбокс». Все включено. Поедешь или нет, там линии жизни. А студио «Волны». Огонь и грация. Юша. Выбирать чудо. Сергей Лазарев. «Electric Touch». Еще раз всем добрый вечер! Привет, Олимпийский! Привет, Москва! Отличный вечер! У вас тепло, как на улице! Ну что, вы готовы узнать, чей альбом стал лучшим в этом году? Сначала мы отработаем на разогреве у одного молодого, малоизвестного, но очень талантливого ведущего. Сейчас я его представлю, а вы его хотя бы поприветствуете до того, как узнаете обладателя музыкальной награды. Итак, Андрей Малахов! Они уже меня аплодировали, тут они даже Кобзону еле аплодируют. Все устали, всем жарко, все хотят танцевать. Правильно? Вот, вот что находит поддержку зала. А я с большим... Всем холодной воды, правильно? Андрей Бог, он сейчас устроит дождь с небес. А я с большим удовольствием в составе нашего блистательного трио выступлю солисткой. И вместе с вами узнаю, кто же в этом году написал самый лучший альбом. Итак, мальчик или девочка? Внимание! Мальчик или девочка? Ваши ставки. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лучший альбом! Сергей Лазарев! Только что женившийся на сцене Олимпийского Сергей Лазарев несет в семью. Ура! Не мальчик, но муж! Сережа Лазарев! Вот такой подарок молодоженам! Какой можно говорить? Вы понимаете? Я держу эту тарелку в руках. Вау! И что самое главное, вы знаете, я доказал то, что неважно, на каком языке ты поешь, главное, что ты делаешь это от души, и это точно доходит до зрителя. Вот эта тарелка в номинации «Лучший альбом». Я хочу сказать, что в этом альбоме 12 песен на английском языке, всего 2 на русском. Все говорили, зачем ты это делаешь, кому нужен этот английский язык. Вот, эта тарелка доказательства, что это нужно. Это нужно тем людям, которые голосовали за это. Спасибо им огромное, спасибо Sony Music, спасибо огромное моим самым талантливым, самым преданным фанатам, моему фан-клубу. Спасибо Лере Кудрявцевой за поддержку. Спасибо вам, Муз-ТВ, за это замечательное настроение сейчас. Спасибо, мама. Она сегодня тоже в зале. Спасибо родителям, всем, кто поддерживал. Браво! Ура! И учительница английского языка Сергея Лазарева. А также отдельное спасибо Наталье Бонг, составителю знаменитого учебника. Спасибо огромное. Действительно, это здорово. Я очень рад, что я победил. Ура! Спасибо, Сережа! Ксюшу поблагодари. И главное, помни теперь, Сережа, что это ваша первая совместная собственность с Лерой Кудрявцевой. Поделить надо будет, да, спасибо. Ура! Сергей Лазарев, лучший альбом! Спасибо!